фракції. Ми зараз продовжимо цю тему. З нами на зв'язку з Одеси Олег Філімонов, кандидат на посаду міського голови Одеси. Доброго вечора, пане Філімонов. Добрий вечір, всіх привітаю. Обговорюємо цю ситуацію з клонами, кандидатами на посаду міського голови. Ви не один, але я знаю, що в Одесі теж є два, за моїми даними, ще Філімонови, які зареєструвалися і хочуть стати мерами Одеси. На вашу думку, хто стоїть за створенням таких кандидатів-клонів? Ну, на самом деле їх не два, а три. Таких клонів. К счастью, у всех у них не мое отчество. Я Олег Николаевич, вот, а у них другие отчества. Кто за этим стоит, мне непонятно. Я точно знаю, что стоят какие-то люди, которые хотят помешать мне и людям, которые меня поддерживают, чтобы я пришел все-таки во власть в Одессе и стал мэром этого города. Единственное, что мне хотелось бы сказать и присутствующим в студии, и всем, кто сейчас меня видит и смотрит, должен сказать следующее. Друзья, выборы закончатся 25 числа. Победит сильнейший, я думаю, а мы все останемся. Мы останемся, и мы должны будем смотреть друг другу в глаза. Мы должны будем друг с другом разговаривать, договариваться, продолжать жить. И поэтому вот эту грязь из выборов нужно каким-то образом вычищать. Мы должны все оставаться нормальными людьми для того, чтобы впоследствии не было стыдно друг перед другом. Какие бы политические предпочтения у нас ни были, друзья мои, но все-таки мы люди, мы украинцы. Мы любим те места, в которых мы живем. Я, например, очень люблю Одессу. Вот. И пусть победит, конечно, сильнейший на этих выборах, но давайте оставаться людьми. Дякую. Дуже хороше побажання. Дякую, пане Філімонов, що змогли долучитися до нас. Ми продовжуємо свободу слова на...